Одному поддержка нужна. Второй по ночам в кабаках горе спиртным заливает. Товарищ подполковник. Да, Родионова. Я именно про личный бардак в отделе. У нас и ничего. С тобой не говорили. Службу черт знает во что превращаете. Виновата. Что виновата, сам знаю. Почему ты Пряникову не сказал? Потому что думаю, что Пряников слишком много знает. Больше, чем говорит. А я так не думаю. Он работал с Карасевым и скрывал это. Возможно, он скрывает что-то еще. Это твой начальник. Думаешь, ты говоришь. Есть телефон, место работы. Давай. Это личный. Игорь, это не личный. Я веду это дело. Уже беседовал с твоим отцом, так что это не личный. Давай. Вчера из Родионовой крылись. Игорь! Лично? Разберешься? Что, в следующий раз ножами будете друг друга резать? Или перестреляете? Раз увидели, что вы меня просите писать, сами пишите. Здесь тебе не офис твоего отца. Не забывайся. Ничего не было. Вам показалось. Уверен? Уверен. Вот и я твоему отцу говорю. Будет из тебя толк. Смотрю. Завидую. Извините. Чему вы завидуете? А тому, что у вас есть Игорь. У меня его нет. И у нас ничего нет. Но это пока. Вопрос времени. Да. Ну, привет. Почему на звонки не отвечаешь? Сейчас ответил. На 10-й звонок? Потому что мои деньги. Да. Если бы Данину ты взяла. Я взяла, потому что он мне близкий человек. Близкий человек? Да. Твоего отца я могу обсуждать только с близким человеком. Игорь. То, что... Короче, не было ничего. Ничего, на самом деле, не было. И не будет. А в этом я не уверен. Может, я ее люблю? Больше всех сделал, чтобы тебя оправдать. Мог бы поблагодарить его. Мажора. Вообще-то он слушал. Что случилось? Игорь, ты меня слышишь? Откуда деньги? Странное совпадение с продажей машины. Я не верю в такие совпадения. Это его деньги.
Было через 5 минут. Угу. О чем ты не говорил? О деле. Ты всю дорогу молчала. Села ко мне в машину, чтобы что-то спросить. Просто села. Кто там? Полиция. Ты тоже полиция. Что случилось? Мужа вашего привезли. Какого мужа? Соколовский Игорь, ваш супруг. Эй, супруг. Игорь, не надо. В общем, я не умею говорить такие слова и никогда никому не говорю. Игорь. Просто скажи, да или нет. Я смог сказать, смог прийти, скажи и ты. Двери были открыты. Приезжала ко мне. Да. Зачем ты сюда приехала? Объясниться с Игорем. В смысле? А разве ты не? Это лично. Вика. Что вообще все? Падение на сотрудника – это не личное.